Привет! Мы сегодня будем красить яички. Вот такие вот у нас наборы и термонаклейки. Как они называются? Термо. Ну да, термонаклейки. Какую-нибудь одну, наверное, выберем. Да. Так, что нам понадобится? Давай читать. Бумага, стакан. Ножницы, яйца, салфетки. Отлично, сейчас будем разводить краски. Так, Варюня, давай высыпай первый. У нас будет зеленый цвет. Так, водичка у нас горячая. Почему я? Аккуратненько мешай. Так, теперь давай ложечку доставай. Вот так, держи, держи. И опускай аккуратно. Все, теперь пусть оно там плавает 10 минут. Потом посмотрим, что получится. Такое вот зелененькое у нас получилось. Теперь Варюша высыпает свой любимый цвет. Розовый. Все? Нет. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Не тряси так. О, переверни. Молодец. Я думаю, достаточно. Сейчас у нас будет розовое яйцо. Продолжаем наш процесс. Теперь будем красить вот такими вот красителями. Они должны получиться перламутровые яички. Вот такие яички у нас с Варечкой получились. А сейчас я покажу очень удобный способ и красивый, чтобы отвести их освещать. Заранее мы купили с Варей такую вот трубку. В магазине заодно пасхальная трава. Сейчас я вам покажу, как можно оформить это все. Нам понадобится вот такая вот корзиночка. На дно кладем обычную упаковочную бумагу. Делаем вот такие вот гнездышки. В серединку можно поставить куличик. Вот, мы еще его не покупали, правда. Не знаю, будем ли вообще покупать, потому что куличи у нас никто не кушает. И вот так вот мой пасхальный зайчик понесет яички освещать. Да, малыш? Дай покажу поближе. Держи. Варя хочет гимнастику. Ну, боже мой. Давай попу выше поднимай. Девочки, сейчас буду готовить пасту с курицей в сливочном соусе. Для этого нам понадобится куриная грудка, паста или макароны, сливки, зелень, чеснок и приправы по вкусу. Обжариваем курочку и добавляем морковку с луком. В это время закидываем макарошки варить. Макароны не довариваем до мягкого состояния, потому что будем все это заливать сливками, и они еще должны впитать это все в себя. Теперь заливаем все это сливками, солим, перчим по вкусу. В конце добавляем зелень и чесночок. Аромат супер. Приятного аппетита всем. Раз. Ну ты вот так возьми. Раз, два, три. Давай. У кого разбилось? Христос воскресе. У папы разбилось? Нет. Ну давайте еще раз. А, у Вари разбилась, Варя проиграла. Давай теперь чистить и кушать. Девчонки, я немножко подстриглась. Приехала домой, ем. Поздравляю всех с Пасхой. Всем счастья, всем добра, улыбок. Может быть, от конфет? Такое раздражение у тебя, а? Ау! Иду! Сейчас пойдем с Василюшей спать. Ты пойдешь с нами, малыш? Пойдешь с нами в баньки? А папа? А папа поедет сейчас на футбол играть.
Давай скажи нашим зрителям, как мы всех любим. Поздравь с Пасхой. С Пасхой вас. Воздушный поцелуйчик пошлёшь? И что такое грустное? Что такое грустное? Спать хочу. Ну пойдем. Сейчас накрасила ногти. Бабушка не накрасила, да? Да. Ну ничего, сотрутся потом. Ага. И мне. Ну это который тебе Ариша подарила? Да. Ну что-то как-то корявенько накрасила-то. Ай! Так, это уже нервная, пора спать. Девчонки, всем пока-пока, скажите. Всем до новых встреч. А Василиса помашет? Василюня, помаши ручкой. Нет, тебе мармеладочку дали? Ну все, пока.